Океан. Последний неизведанный рубеж на планете Земля. Все знают, что океан исследован лишь на несколько процентов. Людям нужно лишь время, чтобы исследовать его до конца. Но одной из главных проблем в изучении океана являются жестокие хищники глубин. Белая акула – одна из них. Большая белая акула. Также известна как Белая смерть. Своим названием эта хищница обязана белому цвету брюшной части тела. Достигая длины свыше 7 метров и массы более 3000 килограмм, большая белая акула является крупнейшей современной хищной рыбой. Этот самец – хороший охотник, но не идеальный. В большинстве случаев охота белой акулы заканчивается неудачей. Погодные условия, поведение добычи или банальное невезение могут повлиять на результат охоты, но не в его случае. Тюленей остров. Вот что его сюда привело. На дворе ранняя зима. Время покидать остров в поисках пищи. Детенышам самое время попробовать себя в плавании. Пора. И тюлени начинают свой маршрут в поисках пищи, не подозревая, что их ждет на этом пути. Белая акула начинает свою охоту. Уникальной особенностью акул является слух до 200 метров. У акул слух связан с обнаружением колебаний. Их невидимый орган слуха, невидимое ухо, взаимодействует с боковой линией. Через микроскопические поры на коже поступает сигнал движения неподалеку, оказывая воздействие на маленькие волоски, которые оповещают акулу о присутствии добычи. Из-за этого белая акула знает, что находится недалеко от своей добычи и начинает ускоряться. Хвост является двигателем акулы. Его брюшные мышцы поддерживают акулу на плаву, в то время как мышцы спины служат неким ускорителем, позволяя акуле сделать резкий рывок на поверхность со скоростью до 40 км в час. Начинается настоящая охота на тюленя. Резким рывком акула устремляется на поверхность, чтобы совершить атаку. Фантастика! Все же было настолько гладко. Акула выбрала цель и приступила к нападению. Казалось, удар был предельно точным, только ловкость тюленя дала о себе знать. Уже вечер, акула осталась без добычи. А везучий тюлень отправляется домой.